лежали мирные детские игрушки. Там был Люблю и выкрашенный слон, и два утенка с длинными носами. И Дед Мороз, и запылился он, и Кукрасу с раскрытыми глазами. И даже пушка с пробкой в стволе, свисток, что воздух звонко оглашает. А рядом в белой рамке на столе стояла фотография ребенка. Ребенок был с кудряшкой укопленный. Из белой рамки здесь со мной рядом. Мое лицо смотрело в он своим спокойным ясным синим взглядом. Стоял я долго, каску на коне, а за окном скрыли старый тонко. И родина смотрела на меня глазами белокурого ребенка. Сажав сурово автомат в руке, упрямым шагом вышел я из дома, туда, где вновь взрывали на реке, и где снаряды упали.